Друзья, все мы любим сражаться, а главное побеждать. Этот сладкий звук разрушения трона с заветной зеленой надписью «Победа». А как насчет сражения, за которое вам еще и скинов накинут? Вот, например, у наших друзей с Epic Loot такое возможно. Сражайтесь в новом режиме за XC Battle 1 на 1 и лутайте скины за победу. А чтобы скинов было еще больше, я дарю всем зрителям за XC Battle Pass, который стоит на секундочку 799 рублей. Прокачивайте его и за каждые 15 левелов получайте гарантированную аркану. А также, открывая новую ограниченную серию кейсов, выбивайте себе топовый шмот, попадайте в ежедневный рейтинг и получите еще больше дорогих скинов. А если займете место в топе за все время, то сможете заполучить Бэйби Рошана за 75 кусков. Круто же! Так что же вы ждете? Прямо сейчас залетайте по ссылке под видео, активируйте мой промокод и лутайте сочные скины. Дерзайте! Нормально на все карты. А мне нужно 20 левел, я всех купил. Много к радиусу дистанции, к... Лайфстил Чао Страйка, 220 тысяч к силе, плюс 50 тысяч, плюс 5 тысяч секунд Чао Болт длительность, Фантазм плюс 100 тысяч секунд длительность, нормально, играем. О, я с этого буду убивать. С осалки будет убивать что-то. Ирнур, ты должен отдать ДПшку истинному пикеру. На кубе. Он постоянно ДП пикает. Ага. 250%. 250 тысяч процентов клива. Это все, все, кто стоит сзади, сразу умирает. Ты стан возьмешь, Дима? Или монетку? О, монетку. Какой? За курача-то, что ли? У нас шансов даже убить нету, если что, поэтому. Тогда я не буду брать стан. Надо все руны забрать, я пойду ту руну заберу. Успеешь? Успею. А, меня тут сейчас прячут. А, я умру. Умру, но руну заберу. Руну забрал. Да. А что ты? Здесь. Иди в мид, иди в мид. А, да. Таск в миду. Профетку бы на пятерку. А что это? А, Мадара, здорово. Профетка тогда не нужна. Мистер Крип. С Мадарой прикольно стоять. Я проверил. Да, но только никогда рядом кот. Ну. Вот с котом не очень прикольно. Вот сильненький. Так, не-не-не-не, зря. Я лучше таланты пополучаю. Быстрее. Ну, до талантов куда дольше, чем до уровня 6. Хорошо. Не попал. Чего говорить, Димидас надо собирать первым слотом, а он сам, но он слабенький. Ну, потому что тебе 10 уровень нужен. Вот это меня прям зажимает тут со всех сторон. Зевса, кстати, можно и убить. А ты почему сифон не максишь? Тебе сифоны надо. А у меня с силовым адаптив страйком хотел убить. Кто на морфе? Волк, ну. Что-то хотел. Ай, жить, сука. Почему он меня саншотил?
А. У меня после 15 уровня я только жить начну. Я после 20-го. Ой, ваншот. Ну я же сказал. А, под тейктейм, да? Тут что-то вот. Криты? Где криты? Хорошо. Могу врываться, кстати, в любого. Нет, это ты к себе притягиваешь. Так, ну, вы можете берет, кого-нибудь раздамажить, и я притяну. Ты можешь вообще на фонтан пойти. Ладно, не хочу с тобой пока драться. А, талантик, хорошо. Сейчас будем. Точки сильные? Необычные. Обычные. Не работает, прикинь, левый талант не работает. Не, ну его нафиг, сейчас выйдет. Его не могу пускай притянуть со всей карты. Кстати, вот он. Куба, как работает? Смотри, если я сам себя взорву. Я же их взорву. С радиусом там миллион. Капец, не работает. С радиусом, да. Ну ты понимаешь, что ты все время простеешь. Как же ты лагаешь. Блядь, все встанем. Ну все, сам прошел. Да. Почему оно так не работает? Ой. Блинк. Ладно, пофармим в кустах. Это у него хпшки. У меня сейчас тоже много будет. Надо убить таска. А. Ну тут стрелу я поймал. Могу всех стану взять. Через 5 секунд. А вот так помогало? Не хватило. Она долго. Рифт пол дистанс. Реалити рифт пол дистанс. Они под этим. Они под этим. Под инвизом. А, каст рейндж. Подожди, а что такое пол дистанс? Не очень понятно, ну ладно. Так, все, у меня теперь много урона. Ты таска пойди, можешь убить уже. Да. А то я его могу убить. Блин. Суки. Ого, мне даже не ваншот, ну. Так, тим просто включил. Там ШБ. А, Влад, слушай, у тебя же не дальность применения увеличена. А что? Там, когда ты притягиваешь, ты же на середине появляешься, типа, берется середина между вами двумя. Я понял. Вот, а этот талант делает так, чтобы притягивались вплотную к тебе. Как на 10 дается, Влад, или ты убрал? Что убрал? Как? Бесплатный. Шарф всем на... молчать. Надо проверить. Просто у тебя вроде обычно на 5 стояла. Сейчас уже 5, 6, 7 минута, и ее нету. А можно вот нажать кнопочку и увидеть. А, так, фреганим шарт, 7 минута. Все, сейчас будет. 7, значит, метеор. Ну вот, пошел. Так, надо. Криты, не криты. Башу соберу. Куда ушел? Нужен просто 20 левел. Ох ты какой! Теперь давай пообщаемся.
Теперь пусть пробуем шот от меня. Откуда стреляешь? До свидания. Так, вот это продать, вас взять. Кайлы, конечно. Что-то не пошло у него. Так, а что у меня гоним делает? Большие иллюзии получается. Ой, ДДшка, ёб твою медь, как же это больно сейчас будет. $240,000 дэмэджа. А ты на мой дэмэдж посмотри, Влад. А пора их всех убить. А, вижу. А? Ёб твою медь. Так, куплю-ка я себе гем. 10 минут надо подождать еще. Кроме 15 сопротивления магии, его вообще ничем не убить. Это у кого? Мор. Я что-то не вижу, его шотнуло. Его почему-то шотнуло. Толбой. Физически, ну, я по идее могу теперь давать на стан на всю жизнь. А, чё? А я скоро буду сталинс на всю жизнь давать. А, понял. А ты достал. Надо было оставить его. А, у меня же иллюзия теперь создается. Можно вот так вот дать стан, и все. Ну, я бессмертен, можно считать. Я считаю, что всех убиваю на базе на фонтане. А зачем? Он же в стане стоит. Мимикамер. Это не я. Все, одна. Заканчиваем. Дайте мне тоже повеселиться, я 20 хочу. Ладно. О, сильно? Ты меня убивал, да? Стычки поглотил. А на Паэле кто-то играл, по-моему, вот этот талант работает? Нет, не работает. Я в миду пусты. Я на фарме. Там этот, у ПХ хороший талант есть. Вроде. Минус миллион денег? Да. Знаем, плавали. А у БХ нет, он не работает, я пробовал. А так нет. Работает? Думаю, да, это... работает. Работает, работает. Это хорошо. Ну ты стой на фонтане, когда талант появится, будешь играть. Кстати, справедливо. А топ-то миллион здоровья, миллион хп, ну, будет. Слава, я постою в меду. Пойди сларку по саппорте. Куб на сларке по-любому. Нет, я ну. Плюс 700 тысяч урона от дарпака, нормально. А длительности нету? А, да, шадовый райд дарт. Длительность... Ну, посмотри, сколько я буду воровать просто этот эсэншифс. Ёб твою медь. А, блин, я провтыкал руны. У меня будет просто 10 000 урона. 10 000 этого. СК в меду, да? Кто там на ком солистка? Да, СК. Ой, СК же всех шотает. А может и не СК? Надо блэкмейл. Отбавим, когда у него 15 будет. Тамадара, бро, это Тамадара. Его надо просто бить. Понимаю. Просто бей Мадару, просто бей Мадару. Тормаз.
Дабл килл. Да, нормально. Уже ловкость есть. Пока, брат. Там опять Мадара. Наш любимый Мадара. С Мадарой прикольно играть. Еще как. Просто бей его. Не успел. Капец, там инвекер нормально за этого. За кодснэпил. За этого. За кодснэпил. У меня СК ушел с мида. Вернулся. На анимешке он накатеш. Ну, этих накате, точно. Надо это не забывать. Дальше поскорее. Пошли, я сейчас приду, мне получим интеллект с Мадары. Так, Magic Resist, отличный талант. У меня в миду вообще никого нет, если чё. О, не подходит, блин. Мадара, Мадара. Можем кота убить? Давай, попробуем. А, тоже не подходит. Держится, наверное. Давай, 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 давай. Баунс. Нифига, чё за фигня? Ты только что видел, что произошло с этим? Чем? С метеором. Он в ту сторону и в обратную сторону полетел. Не, брат, давай, давай, я его, не получу его урона. Стопаешь, ты стопаешь меня. Ладно, это стоило того. Чё там, пацаны, как у вас дела? Настя, отлично. Такая же фигня. Без обид к Мадаре, но когда ты с Мадарой стоишь, у тебя всё шикарно. Всё шикарно. Не акцентируй на этом. Главное без обид сказать. Ну, я же сказал без обиды. Спасибо, что заглянул к нам в гости. Сейчас ты этот сейчас будет Мадара. А кто на профете? Нет, Никита. Минус 5000. А, я не дал. Баунса на 5000 секунд не дал. Далековато ушел. Вот это там урона по тебе. Откуда? I don't know. Пусть привязан будет, блин. Не убивайте его. Это Сенкинг, типа? Ладно, я его убью, пусть он... я шалюсь. А, форстап купил. Хотя расшарит, форстап купил. А ты у кого про урон спрашивал, Влад? А, да ни у кого у меня, в принципе, есть. Ну, есть еще глобал есть. Если УПЛ, то да, это Сенкинг меня дамажил, но я убил БХ, купил бы МЛ, встал пески и убил. А я не скупил паста. Нормально ты его, вот. Я шо так могу делать? Ну, БХ шотает точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты смотри, что он сделал, развел меня. А чем он шотнул? Я не понял. Метеором. Не-не, он ветра кинул. Меня обраткой, меня обраткой. Меня ветрами убил. У меня Magic Resist. Что это было? А, там с руки много, я понял. Так,
Мне надо только левел, буквально чуть-чуть. Дайте цель. А. Я даже не успеваю. Я не успеваю БМ прожать даже. А, он песками убивает, да? Ты на базе просто стой, не двигайся. Я его контрю, если я типа. Если Будмал не в КД, то он сразу умирает, как только я пески вижу. Я даже не успел активировать после того, как выхожу с таверны. Я прям кликаю и не успеваю. Размен. Не знаю, я же. Любезностями у меня тут. Нужен еще один уровень, и я, в принципе. Нужен меня вообще 15-й. Не ударит. Я 20-й. Просто 15-й. Кто там бегает? Инвокер. Сейчас найдем инвокера. Это он прожал или ты? Я прожал. Оп, инвокер. У меня это Денсит. Он меня бонмейл ударил. А что происходит? Пассивный бонмейл. А, понял. Что ты делаешь, друг? Я просто бонмейл нажимаю по КД. Я так хожу, по тычке раздаю. Сука, он успевает обратку нажать. Или она у него пассивно срабатывает, не знаю. Почему у него такой тик? Спасибо, или он прикольный? Бэм, 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 бэм. А может 30 тысяч урона? Ну так, Тарин, а то я не успеваю под его смерть нажимать Bloodmail. Надо, короче, знаете, что сделать сейчас? Отпушить лайны и на 10-й минуте просто зайти снести. А, мне же рапиру дизоль надо, чтобы спушить. Так, возьму-ка я себе на всякий случай. Наконец-то! Успел? Успел, успел. Не-не-не, брат, я тебя бить не буду. По нему тычки летят. Стой, покажи его еще. Сейчас прилетит сюрприз. Кого? У инвокера. Только он что-то не... О, прилетел. Хорош. Это мой план Б. Я Радик сейчас себе возьму, чтобы его убивать. Так, минута, пацаны. Убить этого Сапкин когда-нибудь? Он умирает почему-то. А, он АФК на базе стоит. У меня, возможно, там пайпы какие-нибудь появились. Maybe I won. Подпушьте бот. Топ, точнее. Не могу выйти. Чисто с базы. Не убивай инвокера. Можно пойти замедасить что-нибудь? Или тут всё, вся карта умирает? Можешь попробовать. Вся карта умирает. Да. БМ куб, БМ. Ну там БХ ломает. А 10 минуты нету. Да, да, 10 минуты, он что-то начал. Поставьте паузу. Поставьте паузу. А есть уже 10, он просто зашел мне на 10. Сережа? Да. Вот так вот делать некрасиво. Так 10-я минута, блин. Только-только началась, да. Блин, а я что-то прогибал. Снимайте паузу. Есть глиф? Убьет кто-нибудь его? Да, глиф есть. Никто не убьет. Я в таверне. И сейчас окажусь в таверне. После возрождения сразу же. Меня тут пытается. А, не, не просто так пытается. Ломай трон, вот. На меня тут держат. Угу. Убил. Так,
А, стычки просто. Ну, видишь, мы... Ладно, все по чесноку. Мы победили просто.